Добрый вечер. Я прошу простить за мой, так сказать, такой немножко бандитский тембр. Ну, просто я простыл, и другого предложить он мне. Мохнатого шмеля пить не смогу. Я бы хотел для начала признаться в любви к этому краю. У меня сегодня много спрашивали. Почему? Ну, вообще, вопрос наивный и неверный, потому что я считаю, что вообще, если есть душа у страны, то она находится не в Москве, не в Санкт-Петербурге. Душа разлита по всему лицу нашего Отечества, и уж тем более в Сибири. А если говорить конкретно, скажем, про Омск, то все вы знаете прекрасно, какое значение эта земля имела для истории страны. И я люблю здесь бывать, не могу бывать часто, но у меня здесь масса друзей. И я очень рад, что фестиваль движения, который организовывал мой сын, именно оказался здесь. Видимо, кто верит в случайность, не верит в Бога. Поэтому я надеюсь, что этот фестиваль не одноразовое явление, а судя по тем откликам, которые существуют сейчас в фестивале, народу еще больше, я надеюсь, что он будет жить у вас здесь, так сказать, спокойно, ясно и развиваться. Это первое. Второе, я хотел бы определить круг интересов ваших. Вы понимаете, дело в том, что когда ты отвечаешь на конкретный вопрос, то есть надежда, что хотя бы одному человеку, который тебе его задал, и тебе интересно тебя слушать. У меня нету, так сказать, лекции или какой-то программы, с которой я мог бы выступить полтора часа или час, отбарабанил, всего доброго, в кассу и поехал дальше. Поэтому для меня, лично для меня тоже, интерес возникает тогда, когда я понимаю, что же волнует людей, которые пришли тебя слушать. Ибо этот смысл есть только в том, в случае, когда есть диалог. Когда есть диалог. Ну, тебя могут спрашивать, тебе рассказать какую-нибудь смешную историю, что было на съемках. Ну, ты что-нибудь вспомнишь, что-нибудь расскажешь. Надеюсь, что вы... Не надеюсь, не только для этого пришли. Мне часто спрашивают, скажите, пожалуйста, я после картины «Вокзал для двоих» я получал на мой адрес письма Гурченко, потому что зрители абсолютно были убеждены, что после того, что мы с ней там творили в вагоне, я обязан был на ней жениться. И разубедить этих людей было абсолютно невозможно. Для меня любое вот такое общение, оно мне лично важно, потому что если ты не Киркоров, если у тебя ты не фокусник, там, или ты не какая-то мегазвезда телевизионная, уже известная, так сказать, тем, что она делает на телевидении, а там режиссер, актер, неважно, но не из шоу-бизнеса, такое количество людей, пришедших с тобой на тебя посмотреть, это люди, которые хотят услышать от тебя то, что им интересно. Я понимаю, что у каждого может быть свой интерес и свой вопрос, но думаю также, что так или иначе задавший вопрос найдет единомышленников и среди других людей, которых тоже ответ на этот вопрос интересует. Я могу вам только гарантировать, что все, что я говорю, это абсолютно индивидуально, это личное мое мнение. Оно не претендует на то, чтобы, так сказать, оно не продиктовано ни партийной принадлежностью, я не член партии, другими интересами. Я говорю то, что думаю, и надеюсь, что, наверное, это самое главное, потому что ты в этом случае отвечаешь за свои слова и не ждешь,
чтобы тебя кто-то за них похвалил, чаще ругают. Но самое главное для меня, что я в любом случае буду отвечать вам и говорить с вами на том языке, который называется искренность. Конечно, есть вещи, которые человек не хочет открывать, не будет открывать. И я не буду лукавить и скажу, что на это отвечать не буду. Но все остальное, так сказать, я к вам готов. Что вас интересует? Да, пожалуйста. Фильм «Солнечный удар» – это картина по рассказу Бунина одноименному и по абсолютно невероятным по своей жесткости, даже жестокости, ярости и желчности дневников Бунина «Окаянные дни». Это не воспоминания о прошлом, это вот сейчас. Я вышел на улицу, сегодня идет дождь, это вот сейчас. Поэтому это невероятной силой и откровеннее документ, где пишут впрямую, что он думает про Маяковского, что он думает про Горького. Когда все стало ясно, как, может быть, это все утрировано, потому что он невероятно был оскорблен тем, что происходит, но именно соединение этого прозрачного рассказа на 11 страницах «Солнечный удар» и вот этой страшной истории документальной «Окаянных дней» для меня соединились в некую историю, которая называться будет «Солнечный удар». Мы закончили снимать, сейчас занимаемся компьютерной графикой. Это будет большой фильм и 5 серий для телевидения. Причем очень часто сериалы делаются из того, что, так сказать, из обрезков того, что не вошло в картину. У нас не так, мы специально снимали сцены для сериала, как и в «Утомленных солнцем 2» мы снимали специально сцены для 13 серий и отдельно для картин. Я думаю, что Бог даст, если все будет нормально, она будет готова к осени. И по тому, как происходят события вокруг, она, я думаю, надеюсь, окажется довольно актуальной. Хотя я никогда не снимал кино, так сказать, к датам. Но если вы вспомните картину «12», несмотря на то, что она снята почти 7 лет назад, она сегодня никакая родня, которую мы делали. Виктор Мережко тоже здесь находится, он, может быть, придет. Свитя Мережко, она тоже оказалась, в общем, чуть-чуть забегающей вперед. Кстати говоря, я говорил сегодня журналистам, совершенно убежден, что «Утомленный солнцем 2», как бы ее ни хаяли, эта картина найдет своего зрителя очень скоро. Потому что никогда не было взгляда на войну не с точки зрения истории войны или документа, а с точки зрения метафизики войны, чуда войны, страха войны и религиозности войны. Это притча. Рассматривать эту картину как документальное кино, там, историческое кино, что такого-то числа, такого-то года, там-то было то-то или то-то, невозможно. Как говорил Пушкин, художественное произведение надо судить по тем законам, по которым оно сделано. Поэтому я надеюсь, что «Солнечный удар» тоже будет в достаточной степени сегодня актуальная картина. Пожалуйста, дальше. Да, пожалуйста. Секунду, извини, да. Можно? Да, пожалуйста. Скажите, извините, ради бога, у нас есть микрофон вообще еще один? Пока мы, да, просто чтобы было всем слышно. Да, я хочу просить вас объединять, может, и я прослушаю. У меня три предложения, вопроса. Первый вопрос. Нет ли возможности вернуть статус исторического города нашему Омску, бывшей третьей столице? Это первое предложение. Вопрос. Так. Второй вопрос. У нас есть Омская крепость, где сосредоточена душа
не только этого города, это значимое место для всей России, для всего мира, знаете, это пространство, связанное с Достоевским и так далее. И третий вопрос, как нам остановить разрушение исторического образа наших русских, российских городов, которые, по примеру, у нас в исторических центрах возникают небоскребы вместо того, чтобы в них доминировали русские православные храмы. Вот. У вас не вопрос, а ответ. Считайте, что я под ним подписываюсь. Если будет нужна, спасибо, какая-то моя помощь, я с удовольствием вам помогу, потому что считаю, что это совершенно справедливый вопрос, и даже не вопрос, а требование, на которое вы абсолютно имеете право. Поэтому если будет во мне какая-то надобность в этом смысле, я вас всегда поддержу. Никита Сергеевич, вы, отец, вырастили талантливых детей, выросших талантливых детей. Строгим ли вы были отцом? Значит, были, понимаете? Что пытались сложить в детей в первую очередь? Как поддерживаете сейчас? Довольны ли их успехами и тем путем, что выбрали они? Ну, первое, что должно быть, они сами должны быть довольны путем, который они выбрали. Что касается строгий отец, не строгий отец. Моя мама говорила, воспитывать надо, пока лежит поперек кровати. Как лег вдоль, уже поздно. Это глубокое заблуждение, которое, к счастью, постепенно, так сказать, раскрывает свою, в общем, порочность. Всем цветам цвести, пусть как хотят, пусть это то, это. Это страшная ошибка. Это не значит, что детей надо кошмарить, бить, издеваться над ними, унижать и так далее. Нет. Но слово «воспитание» было выжжено из нашего обихода. Воспитание вы... Нет, не надо воспитывать детей. Отсутствие... Я не буду говорить про ЕГЭ. Это не мое дело. Но будь оно неладно. Отсутствие экзамена по истории и по литературе — это воспитание манкуртов. Манкуртов. Когда в 11 классе девочка не знает, кто написал «Капитанскую дочку». Когда архимандрит Тихон, настоятель Сретенского монастыря в Москве, рассказывает, он набирает семинаристов, 98% знают, кто такой Власов, и никто не знает, кто такой генерал Карбышев. Это... Самое страшное, если можно говорить о санкциях против России, вот санкции против России — это тот воспитательный процесс, который происходит в течение 20 лет. Вот это санкция против России. Потому что безграмотность, безответственность и возможность обучать детей по 60 учебникам истории — это первое и последнее, что может абсолютно разъединить нацию. Лишить людей единого камертона. Дело не в единомыслии, хотя в церквах об этом говорят. Дело не в том, чтобы быть похожими друг на друга, а дело в том, что страна и народ – это дерево, это корневая система, это ствол, это ветви и это листья. Когда корневая система мощная, даже такой буран, как у вас, сегодня не может поколебать ствола и ветви. Листья могут улетать, прилетать, гнуться в ту или в другую сторону, но это есть стержневая система. И дерево, которое растет на границе, оно корнями может уйти в другую страну, ради Бога. Но это корневая система.
Не было бы Пушкина, если бы не было Арины Родионовны. Не было бы той культуры русской литературы, если бы не было вот этого, ну вспомните Пушкина, «Любовь к отеческим гробам». Это есть основа. Это есть основа. Иммунитет национальный необходим народу, тем более великому народу. Национальный иммунитет. Потом, что хочешь смотри, что хочешь читай. Но ты должен знать, откуда ты и зачем ты. Как говорил гениальный Ильин, жить надо ради того, за что можно умереть. Если вы спросите сегодня на улице молодого человека, за что он готов умереть, он даже вопрос удивится. Поэтому в данном случае, когда вы меня спрашиваете о воспитании, оно вот это. Это и есть воспитание. Оно не связано с тем, чтобы каждый день там, слушать и петь гимн, так сказать, или смотреть с вожделением на портрет вождя. Не об этом речь. Речь идет о воспитании иммунитета и уважении. Без уважения не может быть будущего у народа. Не может быть. Без уважения к прошлому, к настоящему. Это то самое, что оберегает нас от того, что случилось сегодня с Украиной. Что сегодня случилось с Украиной. Мы Украину потеряли сами. Мы 23 года, относясь к ним как к меньшим братьям, продавали им газ, керосин. Оно там как-то все, и вот оно все выросло. Ё-моё, это что ж такое? Невозможно существовать, не разговаривая. Невозможно существовать, не общаясь, не чувствуя дыхания, пульса. Что происходит? Как вы растете? Как живете? Как растете? Что происходит? Поэтому для меня, скажем, если вы говорите о воспитании, это была и есть основа. Строгий или не строгий? Я вам приведу один пример. Вот строго это или не строго? Тёма, президент фестиваля движения, и Анечка, сестра его старшая. Дача. Хотим черепашку. Ну, я знаю, что такое, ну и что дальше? Хотим черепашку. Но вы же не будете с ней заниматься. Черепашка, это вообще, это не собака, которая здесь живет. Черепаха вообще неизвестно откуда. Она другого вообще рождена совершенно для другой жизни. Хотим черепашку, но вы будете заниматься? Да, честное слово, мы будем заниматься. Хорошо. Я говорю, может быть, все-таки вот черепашка, которая появится, мы отдадим ее в РУ. Им подарили черепаху. Им подарили. Я говорю, давайте отдадим ее в школу. И это вот тот разговор, который день, я приезжаю вечером ждать, на дачу, с работы, черепашка в коробке, второй в коробке, третий в коробке, четвертый, пятый, нет черепашки. Час ночи. Нет. Там травка лежит в коробке, там мисочка, молочко. А как черепашки нет? Я иду к ним в спальню, они спят. Бужу. А, где черепаха? Как, что? А где черепаха? А где черепаха? Мы пошли с ней гулять, а потом нас позвали обедать. Я говорю, а ну-ка встали. Ищите. Ночь. Фонарики. Мама в ужасе. Я держу ее за запертой дверью. Ищите. А где? Ищите. Потому что это живое существо, и вы за него отвечаете. Вы меня просили? Вы хотели этого? Вы мне обещали? Ищите. В слезах, в соплях, в 7 часов утра, перемазавшиеся полностью, зареванные, исцарапанные, они приносят черепаху. Говорю, молодцы, ну что, будем с ней делать? Давай, отдадим ее в школу. Я говорю, давай. Давайте. Что это такое? Ну, по большому счету, как бред черепаха.
черепаха, если там черепаха и больше, черепаха и меньше, ну какая черепаха какая-то, же, бред какой-то, да? Сколько их черепах вообще гибнет, ну что в этом самое главное? В этом самое главное, когда человека ты сосредотачиваешь на собственном слове, данном им, сосредотачиваешь его на том, что он обещал делать. Сосредотачиваешь его на уважении к живому существу и к своему слову, а следовательно к себе. Но, клянусь вам, у меня таких мыслей макаревских в голове не было. У меня было внутреннее нормальное возмущение от хамства. Обещали? На этом, вот на этом строится понемножечку здание человека. У каждого разное здание, и у каждого свои методы. В Японии вообще до 5 лет ничего делай, что хочешь. Наверное, так и надо, нужно в Японии. У нас другой климат, у нас питание другое. В Японии кухня вертикальная, она вся из моря. У нас кухня горизонтальная, у нас есть земля и так далее. Это все разное, но единое одно. Вот этот поступок, повторяю вам еще раз, их было масса, больше, меньше, могу их рассказывать часами. Но смысл заключается в том, что если ты несерьезно относишься к тому, что тебе говорит 3-летний ребенок, если ты несерьезно, нет, мне кажется, если ты не идиот и начинаешь с ним говорить про математику, то если ты несерьезно относишься к тому, что он говорит, эта несерьезность отношения к своим словам в нем уже впитывается. Повторяю еще раз, это может довести до идиотизма. Ну, наверняка. Но если это живое, если ты видишь ответ на то, что ты делаешь, это в результате дает плоды, которыми я пока могу гордиться. «Легкое дыхание» Ивана Бунина вы рассказали о сложности съемок картины «Солнечного удара», а также показали зрителю «Волгу» и ее грязные берега. Скажите, что-то меняется в отношении людей к своей стране, ее природе и истории? Спасибо. У меня такая штука. По большому счету вообще много меняется. Мы за 20 лет здорово изменились. Кто-то сгинул, исчез, превратился в ничто, в ничтожество. Кто-то взлетел и уехал куда-то, наворовав денег. Кто-то остался и возмущен тем, что происходило и происходит, и ничего не делает для того, чтобы это изменить. А кто-то растет. Растет, выкристаллизовывая в себе сегодняшнего человека с теми рубцами на душе и на сердце, которые оставили последние годы. Не озлобился, не стал диссидентом. Если приходит на Болотную площадь, потому что он искренне возмущен и недоволен определенным отношением власти к народу. Но он не лезет на трибуну, потому что на трибуне обычно выступают те, кому есть куда уехать. 100% людей, которые кричат, это люди, которым есть куда уехать. Но они манипулируют сознанием тех людей, кто искренне хочет выразить свое недовольство. Они не делают своего пиара, они хотят помощи. Но мы же знаем из истории эту замечательную мысль, что публичное возмущение придает значимости любому идиоту. Так вот, те люди, которые и были на Болотной, или их не было на Болотной, и другие люди, которые выросли, повзрослели,
И опыт их подсказывает им, как поступать для того, чтобы жить в стране, для того, чтобы созидать в стране. Я не про гидки говорю. Я говорю не про лозунги, так сказать, не про думу, не про власть. Я говорю про людей, которые делают дело в стране. Делают дело. Вот этих людей, их становится все больше. Я их вижу, я их знаю. Молодые мои товарищи, богатые олигархи, которые моложе меня на там, 30 лет, с которыми мы спорили 5-6 лет назад. Они говорят, что такое, брат, будет там, вот это плохо, эти, вот, и вот, Я говорю, тихо, у вас все есть. Вам есть куда уехать, идите сюда, займись делом. Ручки, вот это в картине, кстати говоря, в «Солнечном ударе», когда один из офицеров говорит, а почему мы ничего не понимали, что я что-то не видел, все видел, прикасаться ни к чему не хотел. Думал, оно как-то само рассосется, а не рассосалось. Вот не нужно думать о том, что оно само рассосется, ничего не рассосется. Путин замечательную фразу сказал, если не мы, то нас. И вот те люди, которые созидают, понимая коррупцию, понимая про то, что происходит, отцеживая то, что может быть полезно от того, что не нужно, но которые хотят созидать, существовать, растить, это люди, которых становится, на мой взгляд, по крайней мере, вот, в моем окружении все больше. Поэтому, когда вы говорите относительно того, что-нибудь меняется или нет, да, меняется. Я считаю, что изменился президент. Очень. Я не буду оценивать этого. Но я слышу и вижу, как для него декларация в Мюнхене, когда он единственный, кто сказал о том, что не надо нас учить. И я видел европейских лидеров, которые сидели и понимали, что это так, но боятся сказать. Вот то, что он говорил там 8 или 10 лет назад, сегодня осуществляется. Он ведет себя как самостоятельный лидер огромной страны, поливаемый грязью, растаптываемый в интернете. Это все есть, но вы посмотрите, как внутренне мы, я честно вам скажу, я бесконечно благодарен Обаме и всем этим ребятам из Европы за их санкции. Дай Бог им здоровья. Они развернут нас к себе. Мы что, не понимаем, что нам нужно делать? Что мы должны питаться своими продуктами, что мы должны строить свои машины, что мы не можем зависеть в военном комплексе от наших соседей, дальних и близких. Мы что, этого не можем? Можем. Только к этому нужно обратиться. И вот это, на мой взгляд, сегодня, если мы воспользуемся этим, мы действительно, как мне кажется, сумеем себе доказать, что мы действительно великий народ и великая страна. Если нет, я вспоминаю 20 лет назад министра иностранных дел, любимая книжка которого анекдоты, сборник, министр иностранных дел России, сборник анекдотов читает. Ну все, ну что дальше? Я помню, и вы прекрасно помните, вот эту эйфорию, когда пришли в Кремль с наслаждением, поделив кабинеты, и осудив прежнюю власть, ничего не сделав для того, чтобы изменить это ненасытное желание личного самоутверждения.
И я считаю, и говорю это публично, понимаю, что, так сказать, вызываю этим недоумение многих, но если мы хотим двигаться и строить что-то дальше, мы должны честно оценить, что 20 с лишним лет назад совершено преступление по отношению к нашей стране. Все. Расскажите, пожалуйста, о Гурченко Людмиле Марковне, ваши отношения к ней, работа с ней. Говорят, на ее похороны пришли только актеры, мужчины. А с актрисами, женщинами она не дружила? Спасибо, Эльвира. Дорогая Эльвира. Людмила Марковна вообще ни с кем не дружила. Это была планета такая. Не так, да, комета. Вот точно, комета. Люси Гурченко, она вся соткана была из того, что называется актриса. Вот соткана, вся. Вспомните ее книгу. Ее детство. Вспомните, что она пишет про свою жизнь. Лена Соловей, прекрасная актриса. Прекрасная актриса. Но Лена Соловей, есть роль. Хорошая, нравится. Да, давай снимать. А когда-то? Ой, я должна с детьми ехать. Лен, ну это роль такая, что... Не-не-не-не-не. А вот, да, это в октябре? А, нет, у меня, к сожалению, не смогу, потому что ко мне родственники приезжают. И тогда. Вот Лена Соловей, великая актриса, замечательная, но для нее вот это было важнее. Семья, дети, быт, мир, муж и так далее. То есть для того, чтобы она снималась в механическом пианино, я такой кульбит совершил, когда мы забрали ребенка, ее, няню, всех, только чтобы она была. Люся Гурченко. Люся, есть трое. Да, надо отравить маму, зарезать папу, предать брата, повесить ребенка, все сделаю. Она только в этом. Для нее ничего другого не было. Поэтому она все время что-то играла. Причем не просто, так сказать, такая все время что-то играющая, она все время была в образе. Потрясающий образ. Называется образ Людмила Гурченко. Когда она говорила, мой папа говорил, ты, Люся, с утра полуурод, вечером боиня. И действительно, она приходила на съемки 5 вечеров и просила никого в гримерную, потому что ранние съемки с 8 утра, кроме гримера никого не пускать в гримерную. Я даже зашел и испугался, потому что я не узнал Люси Гурченко. Вот с утра она такая была. Потом так выходит, опа. Она никогда не лгала. И очень этим была похожа на Нонну Мордюкову, Глыбу, которая мне орала в микрофон на родне. Ты работаешь на Каны, а я на Рарот. До слез доводилась, так сказать, нашими. И она и в то же время она прощала все. Такая мощнейшая глыба. Да, Нонна Викторовна. Люся с ней похожа, только не в разные фактуры. Люся как скрипка, как скрипка Страдивари. Она должна была почувствовать, и дальше она начинала двигаться сама, она начинала существовать сама. Ее можно было двинуть в эту сторону или в эту, и она мгновенно меняла, так сказать, окрас. Она все время, она была соткана из каких-то материалов, которые, из которых десятые доли
любого из этих материалов вводила бы на артиста, который стал бы народным артистом СССР. Она была вся из этого сорта. Вся. И это был излишек. И она от этого страдала. Из-за этого она не могла быть, так сказать, счастливой в своей личной жизни. Она существовала только в этом, только в работе. И она так всю жизнь прожила. Она не могла работать без режиссера. Она одна мгновенно ее уносила в какой-то кабаре, в боа, и это все вообще хрен знает что было. Но она могла быть домработницей, домохозяйкой, учительницей, и она воспринимала все мгновенно, и сразу же это зерно в ней давало всходы внутри нее. И, конечно, это... А с ней было трудно работать, как многим. Она презирала тех, кто, так сказать, у нее были режиссеры, которых она, так сказать, ну ладно, я сама все сделаю. Что у нее? И она сама все делала, она делала себя. Но когда она доверяла, это была песня, это была песня. Она была... Такое наслаждение было с ней работать всегда. Трудно. Когда она чувствовала, что ее начинают придавливать, она мгновенно выпускала все шипы, потом их убирала. Но это была игра. И мне было с ней всегда очень комфортно, сложно, но я обожал ее абсолютно. У меня был смешной случай, почему-то вспомню про это, но он касается другого. Мы снимали любовную сцену у моего брата в Сибириаде, а у Люси была сломана нога. Люся сломала ногу, значит, она должна была играть у меня в том самом... в механическом пианино, где не раньше, но она играла в это время козу в фильме «Мама». И я, ну, на фильме «Мама» ей на катке во время съемок Олег Попов сломал ногу. Значит, и она со штырем, в общем, все, наконец-то надо сниматься в Сибириаде, она ходит, прихрамывает, так сказать, на общих планах дублерша. Там на крупных она, как мы снимаем, надо играть любовную сцену. Значит, любовная сцена заключается в том, что нас накрывает. Это любовная сцена под плащ-палаткой. И, значит, плащ-палатка, идет дождь, и мы, значит, под этой плащ-палаткой должны с ней изображать такой серьезный эротический акт. Но ей нельзя, потому что у нее сломана нога, и, значит, на съемках. А я говорю, брат, Антон, а как вообще с ней? Он говорит, ну, а мы нашли дублёшу, девочка нормальная, ее фигура такая же, да? А кто? Да вон, говорит, это ходит такая молочно-восковой спелости, такая девушка такая, только что, как я потом узнал, поступившая в медицинское училище, это все в Твери происходит, тогда еще город Калинин, ходит с Веточкой. Я говорю, слушай, вы хоть объяснили, что сейчас будет происходить? Говорит, да ладно, ну, что ты, все, накрою одеялом из этих самых. Я говорю, я такой нас одеяло, я получу по морде от нее, она же не знает, что... Говорит, давай, Алексей. Катя, иди сюда. Идет эта Катя такая, здрасте. Я говорю, Катя, вот нам сейчас сниматься, вы хотите, знаете, ну, я вот буду дублировать. Я говорю, я понял, я знаю, что будет дублировать, но вы знаете, что делать? Нет. Я говорю, ну, подойдите к режиссеру, спросите, что вы там делаете. Говорю, ой, я боюсь. Говорю, давай снимай, давай. Кать, ложитесь. Ложись давай. Катя легла покорно. Я, так сказать, прилег рядом, пока. Значит, нас накрывают этой самой плащ-палаткой. Пускают в воду. Дождь. Она говорит, давай. Я, значит, на эту Катю и... Говорит, давай, Боже, брат, что ты говоришь? Все, я на этой Кате еложу, все, это ужас, пол, стой, еще дубль, быстро вызвай, еще дубль, все. Ну что сейчас будет, Господи, что сейчас будет? Стоп, снял, все, подождите, мы даже поправим, там все, перезаправка, не выходите, потому что мы заправляем эту пожарную машину. Я говорю, дайте воздух хоть немножко, надо поднимать, тут штука лежит, я вижу, Катя как потная, щеки румяные, я так на руках над ней отжался и молчи. И вдруг Катя говорит, а как будет фильм называться?
Я не знаю, почему я это вспомнил. В связи с Люсей Гурченко. Да, Владимир. А вы где, Владимир? Привет. Владимир у меня снимался. Привет, Володя. Рад ощущать. А вы отсюда? А? К моим приехал, на славу. Спасибо, дорогой, за фотографии. Снимался у меня в утомленных солнцем. Замечательно, да. Хороший артист, между прочим. Более 20 лет назад вы возглавляете Российский фонд культуры. Продолжаете дело академика Лихачева, Дмитрия Сергеевича. Что для вас в деятельности фонда главное за эти годы? Алексей Сорокин, омский филиал фонда культуры. Вы знаете, тяжелые времена были. Тяжелые. Все-таки, когда возглавлял фонд Дмитрий Сергеевич, то вице-президентом фонда была Раиса Максимовна. И это была и совсем другая жизнь у фонда. У него были деньги, возможности и так далее. Когда все это кончилось, там ручки свинтели бронзовые. Там мы практически начинали с нуля. Единственное, что, слава Богу, сохранили фонды фонда. Переписки, рукописи, картины и так далее. Сегодня он отремонтирован. Это замечательное здание, мы его еще не открывали. Я очень надеюсь, что мы его сделаем полную реконструкцию самого фонда. Там не будет такого количества вице-президентов и аппарата. Там будет на зарплате 7 человек, 10 максимум. Все остальное – это будут программы. И на эти программы мы найдем деньги. Если у Умского отделения есть программы, давайте будем их обсуждать. Будем стараться и помогать. Первая программа, которая сегодня будет нами подниматься, это программа «Краеведческий музей». Потому что это важнейшая часть того самого иммунитета, о котором я говорил. Краеведческий музей, при всей скучности названия для школьника, это основа понятия малой родины. Следовательно, понятие большой родины в результате. Вот краеведческий музей мы будем стараться реконструировать, модернизировать в техническом смысле слова этого. Я очень большое внимание им уделять, потому что краеведческий музей, собственно, это и есть отделение Фонда культуры России. Поэтому для нас сегодня это первоочередная задача. Мы должны открыть его вновь и надеюсь, что это будет серьезная и очень важная программа. Никита Сергеевич, как вы относитесь к ситуации в Крыму? Поддерживаете ли его присоединение к России? Я не понимаю слова «присоединение к России». Вы знаете, что во время взятия Севастополя погибло русских солдат вдвое больше, чем за американских за всю Великую Отечественную войну, за всю Вторую мировую войну, вдвое больше. Мы не присоединяли Крым. Мы просто вернули его домой. Это историческое событие. Историческое. Один человек по глупости, а может быть по умыслу, Крым подарил, другой человек по некой невменяемости в этот момент его не взял обратно в Беловежской пуще, а мог его взять, вот так мог взять, спокойно, без войны. Но я не видел ни оккупации, ни аннексии никогда в жизни, которая проведена без единого выстрела. Так не бывает. Любите Путина, не любите Путина, уважайте Путина, не уважайте Путина. Он вошел в историю страны навсегда.
только тем уже, что он сумел, не боясь, отстоять национальные интересы страны в Крыму. И что бы мне ни говорили, с этим надо смириться. Я говорю моим коллегам на Украине, с этим надо смириться. Это правда. У вас никто ничего не отнимал. Когда мы жили в СССР, это был большой дом. И какая тебе разница, в какой комнате ты живешь, на третьем этаже или на втором. Все, за одним столом все обедают. А когда мы разъехались, верните мои письма и факсы, будьте любезны. И это историческая справедливость. Поэтому Крым сегодня, я считаю, который послужил сегодняшнему, дай Бог, долговременному объединению русского народа. Что? Появиться. Ну вот он думает так, я думаю по-другому, но это же его личное дело, ну, так сказать, там будет отвечать, да что я, ну, Женька, ты не прав, Борис, ты не прав, ну, он думает так, ну, Бог с ним, может, ему так кажется. Я вообще против того, чтобы кого-то хватать за грудки и доказывать. Я говорю то, что я думаю, и говорю то, что я чувствую, и делаю то, что чувствую. Он думает по-другому, и делает по-другому. Это его право, это его право. Другой разговор. Смог бы я оказаться с ним в экстремальной ситуации, спина в спине? Я бы уже подумал. Я бы уже подумал. Но это не повод мне его осуждать. Он так думает. Дай Бог ему здоровья. История рассудит. В 2012 году вы говорили, что в Омске будет фестиваль молодых режиссеров, и потом, может, появится студия. Фестиваль к нам пришел. Обсуждался ли вопрос открытия студии? Какое развитие может быть у фестиваля в Омске? Расскажите, что вы думаете о присоединении Крыма? Сказал, а также о негативных реакциях других стран. Я сказал о негативной реакции других стран. Это неприятно, это нехорошо. Они не понимают одного. Что русскому хорошо, немцу смерть. Они не понимают. Европа думает, что если 17 стариков объединились, получился один молодой. Нет, это хороший дом пенсионеров, больше ничего. И то, что они нас учат, а мы посмеиваемся, они не понимают одной простой вещи. Чем больше нас давить, тем страшнее мы разгибаемся. Этого не понимаю. Потому что это не входит в рамки европейского сознания. Ну как это... Наш Эмиль Лёк не накрылся. Ну как это? Американские летчики во Вьетнаме не вылетали, если им привозили яичницу из яичного порошка, а не из яиц. Просто не вылетали на войну, и все. Нет? 27 моряков отказались служить на флоте. Два раза над ними сушка пролетела, они говорят, слушайте, это не входило в наш контракт. Ну чего, мы не такие риски не подписывали. Все ушли просто с флота. Просто ушли, говорят, вы что, с ума сошли? Мы пришли в бой, а это... Еще одна очень важная вещь. Американцы не понимают одной невероятно важной вещи. Нельзя считать, что воевала страна, если она не воевала на своей территории. Невозможно. Где-то там, да, гробы привозят, гибнут люди, а американские команды, то, сё, все, автоматы. Несчастные родители, да. Но они не знают, что такое война. Воевать за облачных высот, поливая снарядами и бомбами, и ракетами внизу невидимых тебе людей, ты пьешь чашечку кофе, вылетел на вылет, скинул 8 ракет, вернулся, кофе еще не остыл, ты его допиваешь, а там ты не знаешь, что внизу. Это другая война. Она неравнозначна, неравноправна. Война на своей территории, когда воюют стол, ребенок, дерево, река, скамейка, песок, все воюет.
Вот что такое война. И это генетически в нас заложено. Мы это знаем. Мы это понимаем. Поэтому с нами тягаться в этом не надо. Не надо. Это глубочайшая ошибка. Казаться, что опа, да, все такие. Где-то там прорастет, тут прорастет. Кайлом, тупиной, печкой, неизвестно чем. Зашибут тебя, дурака. Зашибут. Поэтому чем больше нас выкручивает, эта пружина однажды разворачивается. И ой-ой-ой, даже с собой пружине. Потом страшно, что она творит. Понимаете? Поэтому негативное отношение к нам, а когда оно было к нам позитивное? Когда? Когда мы были милы Западу? С 12 века посещавшие Россию европейцы писали о ней Бог знает что. Боялись, ненавидели, презирали, а ничего родить не смогли. Такого, как Пушкин или Толстой, или Гагарин. Не потому, что мы лучше. Абсолютно нет. Просто наш опыт исторический, наш климат, наша тяга, как сказал гениально Коля Купенко, русский человек свободен только в окопе. Жуткая мысль. Жуть. Это правда. Мы оживаем, когда плохо. Мы становимся людьми, которые... Да, да. Страшные вещи с нами. Мы сами с собой сделаем. Пьянство. Чудовищная беда. Сегодня наркотики. Чудо без отсутствия того, о чем я говорил. Вот этого иммунитета. Да, да, да. Все так. Но сегодня... Может быть, у нас последняя возможность сосредоточиться, как говорил князь Горчаков, канцлер России. Россия сосредотачивается. Если мы сегодня не упустим этой возможности, то мало не покажется никому. И дело не в угрозах кому-то. Абсолютно нет. Дело в том, что двухполярный мир, существовавший после войны. Да и то, Столыпин. Вообще, если говорить об этом просто, если бы не убили... Почему убили Столыпина? Почему убили Столыпина? Потому что он толкал перед собой такую будущую Россию, мало бы не показалось никому. Французский исследователь, присланный сюда, в Столыпинские реформы изучать, вернулся с сожалением, рассказывая, что к 45-му году это будет полумиллиардное население, которое будет кормить мир, и это будет самая мощная нация в мире. Кому это нужно? Как это можно допустить? Слушайте, в 46-м году над мной издеваются. Это фальшивка. Ален Даллес. Меморандум Алена Даллеса. Откройте интернет. Найдите меморандум. Вот запишите себе, кто не знает. Меморандум Алена Даллеса. 46-47 год. Что там написано? Как нужно поступить с Россией? Заниматься молодежью, развращать, ложью, развратом, коррупцией. Это написано. Мне говорят, слушайте, хватит вам, это уже доказано, что это фальшивка. Я говорю, хорошо, я согласен, что это фальшивка. А почему это сбылось? Какая мне разница, фальшивка это или нет, если это случилось? Это случилось. Почитайте это. Это очень серьезная программа. Очень правильная, многоходовая программа. Что говорил Бисмарк в 1881 году? В 1881 году он пишет о том, что победить Россию можно, отделив от нее Украину. Воспитав предательскую элиту. Это, слушайте, это пишет Бисмарк в 1881 году. Слушайте, читайте историю. Но читайте тех, кто от кого зависит будущее страны. Читайте это. Понимаете, если это сказано тогда, каким образом найдите эти нити, почему это привело к сегодняшней ситуации. Поэтому, повторяю, я считаю, что то, что происходит сегодня, это
потрясающий наш шанс для собственного возрождения. Я очень надеюсь, что мы это все-таки поймем. Что касается студии, фестиваль есть? Есть. Теперь делайте студию. Чего вы ко мне обращаете? Фестиваль ваш, и студия должна быть ваша. Никита Сергеевич, как вы оцениваете перспективу развития детского и юношеского кино? Плохо. Что сейчас? Его нету, к сожалению. Я надеюсь, что вот возникающие, скажем, анимации большие, полнометражные, они могут дать толчок. Понимаете, это должен быть очень тонкий анализ того, что молодые люди, и дети, и юноши, и девушки смотрят в интернете. Почему? Это нужно проанализировать. Это нужно проанализировать и не пытаться их оттянуть, запретить, или показать, или сделать такое же, а пытаться этот интерес перенаправить. Это работа серьезная. Серьезная аналитическая работа. Это государственный вопрос. И думаю, что если им не заниматься, то так и будут появляться детские фильмы, похожие, в общем, на картонные, так сказать, декорации времен Чиполлино, бог знает когда, но уже дети другие совсем. Что вы считаете главным достижением своей жизни? Главное достижение моей жизни – что вот сижу я в Омске, не привез никакого кино, не рассказываю баек, не пою песен, и мы разговариваем. Мысль материальна, образы мы создаем сами. Какой ваш главный образ, который вы создаете в обществе, в социуме? Вы знаете, если бы я сел и подумал, какой бы мне создать образ в социуме свой, я представлял бы узкомедицинский интерес и думаю, что сюда пришли бы совсем другие люди на нашу встречу. Долгие годы вы снимали прекрасный фильм о любви, но потом ушли от этой темы в некую глобализацию. И вот с историей Бунина «Солнечный удар» вы снова, слава Богу, вернулись к теме любви и чувств. Что вас к этому сподвигло? И что для вас сегодня любовь? В чем она заключается? Спасибо, Лика. Лика. Во-первых, про глобализацию вы хватанули. Я только о любви снимаю фильмы. Просто дело в том, что это не просто о любви мужчины к женщине, и тем более мужчины к мужчине. Как сказал Саша Адамашьян, очень странно. Человека, который говорит, что он Наполеон, лечит. А мужчину, который говорит, что он женщина, защищает. Но дело в том, что все картины, которые я снимаю, они все равно о любви. Если вы посмотрите внимательно даже эту нашумевшую, так сказать, ободранную, обрызганную и заваленную, и залитую неизвестно чем картина «Утомленный солнцем 2», она о любви. Потому что вообще все, это любовь. В самом, самом конкретном и одновременно широком смысле этого слова. Любовь. Когда я вам приводил цитату Ильина «Жить надо ради того,
за что можно умереть. Это любовь. Потому что умереть можно только за любовь, за то, что любишь, чтобы это ни было. Семья, ребенок, родина, неважно. Дзот за то, что любишь. Поэтому я не могу согласиться. То есть, может быть, это не читается. И уже существует это мнение. Вот тогда, а вот теперь. Мне, в общем-то, абсолютно не волнует. Я пока, знаете, я пою, как поется. Получается, не получается. Не слушайте. Я по-другому не могу. Я не снял ни одной картины для денег, для славы, ни одной. Мне не стыдно за мои фильмы не потому, что они хорошие, потому что я за них отвечаю. Я это делаю, потому что я не мог этого не делать. И больше ничего. Я не снимал художество заказного кино для партии, для правительства, для... Нет. Можно уважать или не уважать эти фильмы. Можно их любить или не любить, смотреть или не смотреть. Но вот так вот мне сделать никто не смеет. Это в интернете анонимно, что угодно про тебя пишут. Пойди сюда и скажи. Скажи мне в лицо, что я тебе сделал плохого. Что ты увидел в моем фильме такого, что тебя так раздражило. Расскажи, давай поговорим. Нет, не хочешь, не можешь. А это не разговор. Лаять можно сколько угодно. Поэтому... Все мои картины так или иначе любви, и это тоже любви, но она меняется. Одно дело это, разве свой среди чужих это не о любви? Это о любви, но это совсем другое. Поэтому я очень надеюсь, что я всегда буду иметь какого-то своего зрителя. Потому что я никогда не пытался быть понятным. Я хочу быть понятым. При очень большой близости этих корней, этих слов, они абсолютно противоположные. Быть понятным, как говорил отец Бунина, я не червонец, чтоб всем нравиться. Червонец нравится всем. Быть понятным, это значит опуститься до уровня того, кто... Ну, кто требует того, чтобы он тебя понял. А быть понятым – это поднять человека этого до уровня, не то что своего высокого, до уровня твоего состояния. Попытайся меня понять. Попытайся меня услышать. Если ты услышишь в моих словах фальшь, значит, я пытаюсь быть понятным, но не тебе, а кому-то другому. А если ты не услышишь фальшь, тогда прислушайся, и, может быть, ты меня поймешь. Это принципиально важный вопрос. Поэтому я абсолютно уверяю вас, то есть, может быть, я и заблуждаюсь, но я сегодня говорил на пресс-конференции, вы знаете, я совершенно не чувствую груза своей работы, своих картин. Как вы сказали? Дело не в том, что они хорошие, но все-таки я много картин снял, да, Оскара получил, там вон, двух львов венецианских, еще много, прямо зайти, и я как это самое, собака-чемпион, у меня сколько наград всяких, да. Но я их ничего, они не мешают мне жить. Кавалерович, я сегодня тоже говорил на пресс-конференции, меня спас, Ежа Кавалерович, много лет назад, 40 с лишним лет назад, я снял свой «Среди чужих», и началась слава. Я показал ему картину на фестивале. Вот великий режиссер был. Мы с ним сели выпивать. Он говорит, немедленно начинай новую картину. Я говорю, почему? Я потерял 20 лет. Почему? Я снял картину «Поезд», была знаменитая картина, и боялся сделать хуже. Я искал сценарий, пересматривал свои фильмы. Я боялся сделать хуже. Я потерял время. Я все время думал, что я сейчас делаю еще лучше, чем то. Не думай об этом. И это меня спасло. Я снимал и снимал, И картина, она как ракета, вот взлетела, отлетела ступень. Ты летишь дальше, а картина уже где-то там своей жизнью живет. Я не чувствую груза содеянного. Я к этому легко отношусь. Слава тебе, Господи!
Потому что меня и так барином называют, так уж я вообще не знаю, я бы сам себя барином считал. А для меня вот это вот ощущение того, что вот оно случилось, и оно ушло. И оно там где-то. Я живу своей жизнью. Я смотрю на свою картину, думаю, нифига себе, неужели мы это придумали? Неужели это мы? Вот это да! Я не помню их. И это для меня Бог дал. Это не то, чтобы я до этого додумался. Бог дал легкость по отношению вот к этому грузу. Поэтому мне в этом смысле абсолютно легко. Абсолютно легко. Хвалу и клевету, приемлю равнодушно и не оспоривая глупца. Пушкин все сказал в этих строках. И в этом смысле для меня, скажем, общение с вами, оно идет абсолютно на равных. Я не хочу вас ничего учить, вы меня спрашиваете, я вам отвечаю на вопрос. Можете воспринимать мои вопросы, верите вы или не верите. Я знаю, что я говорю то, что я думаю. И для меня это важнее, чем то, чтобы я вам понравился. Хотя мне будет приятно, если вы со мной согласитесь. Спасибо. Ничего себе! Вы где это берете, девушка? Вы с улицы собираетесь? Опа! Уважаемый Кирилл Сергеевич, спасибо за ваши... О! Знаете, я знал одного режиссера, он себе записки подкладывал. Вот он сидит, что-то говорит, 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 под записки. Не знаю, как это читать. Читайте! Верно ли, что вы гений? И потом скромно отвечает, что он не гений. А люди, которые вообще не знают, кто это такой, думают, а кто ж такой, если вы гением считаете. Владимир Сергеевич, спасибо вам за ваши умные слова и фильмы. Расскажите, пожалуйста, находились ли вы в Омске? Занимаетесь ли вы в Омске верховой ездой? Что вам в Омске дарят? Что у вас из Омска дома есть? С большим уважением, Ольга. Ну, я надеюсь, что из Омска мне вернут сына, во-первых. Я охотился в Омске. Замечательно, я очень люблю омскую охоту. А из Омска у меня есть замечательная икона, которую я получил, когда освещали ваш храм новый. А верховой ездой я в Омске не занимаюсь, не знаю, есть ли у вас лошади даже. А? Хорошо. Жду приглашения. А сколько может болтать-то вообще? 5 минут у нас времени. Остается 5 минут. Не, я не к тому, я к тому, что как-то вы, так сказать, не... Я помню, я очень любил выступать в юности. Я где-то выступал в каком-то сельском клубе. И я так говорил. И мальчик сидит такой лет 5, значит, завязанный платком. Я так все уже в зале так... Я говорю, ну, вопросы есть? Я говорю, какой у тебя вопрос? Он так сполз с кресла, со стула. Говорит, дяденька, кино скоро будет? Очень боюсь задам вопрос, потому что кино не будет. Дальше после выступления. Но, правда, мы, так сказать... Почему вы говорите, что не привезли в Омск фильм? Поддубный, это же фильм вашей, да, это нашей компании. Какую судьбу пророчить этой картине? Как оцениваете роль Пореченко? Она не шедевр, но крепкая картина. Пореченков впечатляющий, по крайней мере, так сказать, поддубным своим. А картина действительно нашей компании. Я очень рад, что мы ее сделали. Она была сделана даже чуть раньше, чем «Легенда номер 17», но чуть задержалась. Но эта картина одна из тех, которая может найти своего зрителя. Поэтому я не буду ее расписывать, это все-таки должны делать те, кто, собственно, принимали непосредственное участие в картине. Но за нее не стыдно, я думаю, она будет иметь своего зрителя.
Когда фильмы фестиваля видим в прокате? Это не ко мне вопрос. Это вопрос к прокату. Я им не занимаюсь. Какая у вас любимая книга и что вы посоветуете прочитать современным подросткам? Не знаю, последняя книга, которую я читал, вот совсем, ну не очень недавно, это Кантера, «Красный свет», по-моему, Максима Кантера. Очень серьезный, вообще талантливейший человек, интереснейшая личность, Максима Кантера. Но, вы знаете, мне так складывается жизнь, что я в основном читаю, готовясь к картине, и обчитываю очень много. Скажем, готовясь к «Солнечному удару», это Бунин и письма, и то, что вокруг Бунина, и то, что о Бунине, и о тех временах, и «Красный террор». И надо сказать, что когда мы начали писать сценарий, мы написали первый вариант, это был страшный сценарий, потому что мы такого начитались о том, что происходило в Крыму. Что там творилось вообще? Это уму непостижимо. Уму непостижимо. И мы написали первый вариант, я его прошло там две недели, я его прочел, это нельзя было снимать, потому что он был наполнен такой ненавистью, вот вообще ко всему тому, что происходило, что мы остановились, забыли про то и написали совершенно другой сценарий. Но, в принципе, мое чтение, так или иначе, оно связано... У меня мало чтения для удовольствия, но нет, не так. Вот праздного чтения у меня мало. Или я читаю то, что мне посоветовали, что нужно прочесть, допустим. Я люблю Прилепина. И мне кажется, он такой серьезный очень парень, хоть и резкий, хоть и разнообразный, но в нем есть живое и серьезное. Но в основном, так или иначе, я все время кручусь вокруг русской литературы. Так или иначе возвращаюсь к этому. И получаю огромное от этого наслаждение. Ваш фильм «Вокзал для двоих» я смотрю вновь и вновь. И каждый раз я все глубоко чувствую душу этих двух людей. Это сама-сама, быстренько-быстренько, я напоминаю. Но вообще душа моего проводника, ее надо тонкая. Я вам говорю, что после картины мне писали письма Гурченко. Михалкову Гурченко. Картина эта вызвала буря эмоций, и я решил исправиться, после этого снялся в картине «Жестокий романс». Еще хуже стало. Уже доходил до того, что я звоню там какому-то начальнику, говорю, можно такого-то? Кто это? Говорит, Михалков. Секретарь говорит, да ладно. Я говорю, честно, споешь меня. И вот я... Другая замечательная история. В Питере мы после съемок сидели, обедали, и гуляла компания таких вот бальзаковского возраста, такой детишник был, такие дамы. И они такие уже поддали, и, значит, такая, с таким, с высшим образованием, с таким, значит, с халой такой, знаете, такая, фигура такая хала, и тут же начинается, значит, задняя часть. На каблуках ломающихся, значит, такими очками, тут написано «Судзуки». Она подошла к нашему столу, и говорит, а нам сказали, что артист Михалков нам сейчас будет петь песню про пчел. С тех пор мои друзья свой про пчел. Слушайте, это правда, я не могу. Никита Сергеевич. Спасибо вам за ваши гениальные фильмы. Вот мне и записочку себе написал. Я родилась после войны, но на вашем фильме «Утомленный солнцем 2» я глубоко почувствовала, что это такое война. Я плакала. Спасибо. Это вообще у меня тоже была хорошая история. Спасибо вам большое за эту записку. Она мне очень дорога, честно говоря. Потому что если вы почувствовали войну, это важно. Эта картина еще с вами возьмет. Мы сидели у меня в офисе, работали и захотели есть. Ночью же темно. Я говорю моему секретарю, я говорю, Лень, позвони, мы куда-нибудь пошли, что-нибудь быстро поели, в Москве работает, всю ночь, вы знаете. Он говорит,
сейчас я иду. Там что-то он звонит куда-то, он говорит, вот такой-то адрес. Мы идем бумагами, значит, нас 6 человек. Идем, бумаг, подъезжаем, Тверская, Night Flight. Стоит вышибалый негр. Я думаю, ё-моё, ну попали, мы с бумагами пришли. Да. Час ночи, ну я понимаю, что, так сказать, ну это ночной клуб. Мы заходим, куда все равно уже. Мы заходим. А я он сказал, вам сейчас придут Михалков, то-то-то, товарищи, все это, если ждут, мы приходим. В Night Flight, значит, там стриптиз, проститутки, ну, полный набор. Мы быстро куда-то наверх поднимаемся, значит, садимся, говорят, быстро какую-то курицу берем, как быстро, говорит, быстро едим, а там ходит, а там такое, еще не сейчас такое, еще тусовка не вошла, так сказать, в свою фазу, и такие фланируют, такие длинноногие, вот в таких юбках или вообще без них, такие так ходят мимо, так поглядывают на нас, мы сидим, едим, уже бумаги никто не смыл. Значит, вдруг подходит такая очаровательная девочка, подходит такая лет 18. Ну такая, ну проститутка, ну такая валютная проститутка, ну красавица. Она говорит, здравствуйте. Я говорю, здрасте. Можно вас автограф? Я говорю, пожалуйста. Он дает мне листочек. Я говорю, как вас зовут? Она говорит, Наташа. Я говорю, откуда вы? Она говорит, из Саратова. Я пишу, да, милая Наташа. Она говорит, вперед, спасибо. Я воспитывалась на ваших фильмах. Вот на этой оптимистической ноте я хочу закончить нашу встречу. Я вам очень благодарен. Спасибо вам большое. Правда, честно вам скажу. Трудно высидеть. Ла-ла-ла. А у вас есть вообще театральное училище? Да. Вот, я-то думал, будет такое театральное училище, я, по-моему, МТУ, я рассказал вам про школу. Но другой раз. Я открываю академию актерскую, но для уже актеров, а не для абитуриентов. Расскажу как-нибудь отдельно. Это очень серьезное дело, не буду вперед забегать. А вам я хотел сказать следующее. По-моему, Экзюпери сказал, что самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения. Вы понимаете, пульс и температура людская, они передаются через вот это. И сейчас не важно, что я говорил, а вы молчали или говорили со мной записками. Потому что энергия, энергетика, а она не требует слов, она или есть, или нет. Если вы можете, вот почти 2 часа, да, просидеть, беседуя, это значит, с каждым из вас я бы мог проехать от Москвы до Владивостока в одном купе, и нам бы не было скучно, даже если бы мы молчали. Спасибо вам.